Добываем еще одну печку, из нее крафтим плавильню. Первый челлендж выполнен. Просто удивительно. Но у меня есть план. Хотя есть еще один неплохой вариант. Железа здесь, судя по всему, нет. Верстак, так. Далее надо скрафтить арбалет. Найти огромное количество стрел. И последний фантом сгорел. Надо создать красную кровать. Теперь я могу впервые поспать. Более того, насколько мне известно, это невероятное место. И это было крайне опасно. Картошка, это просто прекрасно. Более того, насколько мне известно, это невероятное место. И это было крайне опасно. Картошка, это просто прекрасно. Морковка, то что надо. Платформы в будущем будут нужны для размещения здесь воды. Луки, зомби, зомби-жители. Топ-топ, что? Вы сейчас тоже это видели? Как бы это назвать? Постройку стеной. Теперь мне надо вкопаться по прямой. Начал немного двигаться. Отлично, то. О, да, это было эпично. Мне определенно потребуется лук. Пластинки также убираем в сундук. Обычно я пережидаю ночи дома. Ферма монстров полностью готова. Создаем лестницу, ведущую обратно. Было невероятно, но да ладно. Придется очень сильно постараться. Отлично, карта начинает прогружаться. Просто удивительно, но у меня есть план. Хотя есть еще один неплохой вариант. Железа здесь, судя по всему, нет. Верстак, так. Далее надо скрафтить арбалет. Найти огромное количество стрел. И последний фантом сгорел. Надо создать красную кровать. Теперь я могу впервые поспать. Более того, насколько мне известно, это невероятное место. И это было крайне опасно. Картошка, это просто прекрасно. Более того, насколько мне известно, это невероятное место. И это было крайне опасно.